Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Елена, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу рассказать вам об удивительном средстве, рожденном морем, о жидкой морской соли. Ранее я никогда с таким не сталкивалась, но вот сейчас мне довелось познакомиться с этим уникальным средством. Жидкие морские соли производятся компанией «Уралмедпром». Эта компания специализируется на производстве солей для ванн из минералов морского происхождения Верхнекамского месторождения с возрастом солей более 250 миллионов лет. Компания «Уралмедпром» известна с 1998 года и является крупной производственно-торговой компанией. Жидкие соли для ванны бесцветны и почти без запаха. Мне напомнили запах из детства, как у газировки «Колокольчик». Запах ненавязчивый. Жидкая соль – универсальный инновационный продукт по уходу за кожей. Производится из кристаллической природной морской соли Верхнекамского месторождения. Она идеальна для спа-процедур. Регулярное применение поддерживает процесс обновления клеток кожи, усиливает ее защитные функции, сохраняет молодость и здоровье. Жидкая йодобромная соль также производится из кристаллической природной морской соли Верхнекамского месторождения, но обогащается ионами йода и брома. Содержит уникальный комплекс биологически активных макро- и микроэлементов. Использование такой соли благотворно влияет на весь организм, способствует восстановлению жизненных сил, улучшает кровообращение, восстанавливает работоспособность. Хочу отметить также, что на каждой упаковке есть деление на 100 мл, что позволяет с удобством использовать жидкую соль. То есть вы можете налить именно столько, сколько вам нужно. Также сзади есть инструкция, способ применения, где довольно подробно указано, для какой области и в каком количестве рекомендуется применять данную соль. Обычную жидкую соль данную я применяла для волос, для лица. Мне понравилось в плане ухода за лицом, то есть довольно хорошо освежает, тонизирует даже как-то, и лицо становится как будто чистым. То есть даже не знаю, как это объяснить иначе. Ощущение такое чистоты. Чистоты, легкости, свежести. Но очень необычное ощущение, не так, как от других косметических средств. Очень понравилось. Буду пользоваться и в будущем. У меня еще много осталось. Так что, как только закончится, обязательно закажу еще. Мне очень понравилось средство. И также йодобромная соль. Здесь тоже есть инструкция. И ее можно использовать для ухода за телом, для ухода за ногтями, за ручками и за ножками. Собственно, я пока что использовала только для ручек и для ножек. Мне безумно понравилось. Вот это, наверное, даже больше, чем обычное. Когда вы используете как ванночку для ухода за ногами, чудеса происходят буквально у вас на глазах. То есть не успели вы погрузить ножки в воду, как процесс, даже не знаю, как сказать, регенерации клеток происходит моментально. Более старые клетки кожи отмирают, отслаиваются каким-то образом, парят в воде, да, и под конец процедуры вы достаете свои нежные мягкие пяточки, просто как попка младенца. Очень интересное средство. Для ручек тоже мне понравилось эффект. Ручки мягкие, шелковистые. Прям вот, ну, ощущение, как будто бы ты обновился с помощью этой соли, как будто заново новая кожа на тебе
Ну вот неповторимое ощущение, советую всем попробовать познакомиться с этими средствами. Цена у них довольно-таки бюджетная, ссылочки вы все найдете в описании под видео. Ссылочку на сайт, ссылочку на производителя и ссылочку на каждое из этих средств. Обязательно попробуйте, очень бюджетные и очень интересные средства. Я осталась очень довольна. Спасибо всем за внимание. Увидимся с вами в новых видео. Пока-пока.